все чаще убеждаюсь, что для счастья человеку нужно совсем немного. Хорошая работа, любящая семья и, конечно же, здоровье. С третьим пунктом я могу помочь. Меня зовут Ельшанский Игорь Витальевич. Я врач, хирург, флеболог, артролог, кандидат медицинских наук. За 25 лет практики я не только научился качественно выполнять свою работу, но и научился понимать, что нужно пациенту, который ко мне приходит. Человек обращается, чтобы получить медицинскую помощь или услугу, как это сейчас принято говорить. Ему нужно, чтобы она была оказана быстро, качественно и безболезненно. Последнее, кстати говоря, важно для многих. И за время своей работы я научился делать так, чтобы не только сама операция или какое-либо вмешательство были абсолютно полностью безболезненными, но и сам процесс анестезии доставлял как можно меньше дискомфорта. Мы не назначаем ненужных обследований и анализов. Если обследование действительно необходимо для постановки диагноза, если оно влияет на тактику лечения, то его нужно пройти. Если же анализ нужен для галочки, для того, чтобы пациент пришел на повторный прием по результатам обследования, такими вещами мы не занимаемся. Пациенту нужно простым языком объяснить, в чем заключается его проблема, каким будет лечение, и сделать все быстро и качественно. Большое количество пациентов позволяет держать нам цены на услуги на достаточно низком уровне. Пациент должен четко представлять себе, за что именно он платит деньги, почему данная услуга стоит именно такую сумму, и в итоге видеть результат. А результат я гарантирую. В нашей клинике мы занимаемся лечением таких заболеваний, как липома, атерома, варикозная болезнь, сосудистые звездочки на ногах, вросший ноготь, артроз и многое другое. Приходите к нам, звоните. Кстати, на звонки я часто отвечаю сам. Я думаю, мы сможем найти общий язык и решить вашу проблему быстро, качественно и безболезненно.